6 ноября 2009 года. Трое из моих 15 детей по моему заданию буквально за 5 минут без подготовки барабан притащили, переоделись, сыграют польку Евы по памяти, по слуху, впервые. Давайте. Вот чем занимаются дети русские, русы, да, в каникулы. Ну, советую всем так, кроме всяких занятий, слушания лекций, игры на разных инструментах, еще и втроем музицировать. Без всякой подготовки, ни ноты, ничего не надо, правильно? По слуху, по памяти сели, втроем сыграли. Так, отдыхают дети в оккупированной России. Несмотря на оккупацию.